живого. Я цел! Я цел! А ты, небось, испугался? Нет! О, ты переживал, как мило! Я есть Гру! Заткнитесь! Порядок, порядок! Получай ты, дрянь! Красиво. Эй, спорим, на 50 юнитов я подстрелю больше гнезд, чем ты. Шутник. Эй, что за... Это ты сделал? Счетчик, нравится? Я добавил его в твой визор, пока ты спал. Ты хакаешь мои вещи? Учитывая, сколько раз я его ремонтировал, это уже практически моя вещь. Я вижу отличное место для установки топотуна. Вон там, спереди. Жаль, я не записывал. Грунт, хочу на него глянуть. Да вроде шевелится. Квилл, вот же вмять. Ты там как, цел? Да, да, просто хотел срезать путь. Срез. Ну-ну. Идите без меня, я догоню. Короче, с той стороны есть раздолбанный ракетный отсек корпуса. Встретимся там. Желто-синий ракетный отсек, ладно. Я стрельнул. Я понял. Это проверенный метод. О, только не загнись. Привет, малыш. Эй, что там, блядь? Лежи, Квин. Твое верещание без коммуникатора слышно. Я занят. Пока-пока, малыш. Нечестно! Ты там что там? Ребята, вы видели? Это был... как пузырь! Больше меня не проведешь! У меня еще плюс один! Оно трясется! Ты не верься! Стреляй! Это как прыщ выдавлю! Да нормально! Эй, а если Квилл помрёт, а вот ты его попадает! Безопасность нашего лидера, твоя первостепенная задача! Что у вас тряслось? Какой-то пузырь чуть не слопал Квилла! Он так вещал! Сражайся с достоинством, мистер Квилл! Или сдохни достойно! Не смешно! Я из Грут? Именно такая техника нам и нужна. Ты молодчина. Я из Грут. Не скромничай. Шикарная находка. Леди Хеллбендер и ее коллекцию редких зверей затмят разве что богатство, которое она осыпает добытчиком. Если бы кто-то отстегивал крупные суммы за чудищ, я бы знал. Она благородная воительница, а не босяк из переулка. Чем тебе без глаза Джонни угодил?
надеемся на слова твоей подружки. Она же не наврала? Честное лицо. А у кого бесчестное? Если расставим табутуны, а монстр не придет, тогда просто наберем всякого лома и отнесем на корабль. Да, а там еще отскребать эту наносмолу. Если она... Ах ты, мяч! Быстрей! Мяч, мяч, мяч! Вы издеваетесь? Ты жив, Грут? Квилл? Мы целы, но туда не допрыгнуть. Да зачем прыгать? На этой стороне есть прочная балка. Пусть Грут перекинет мостик. Попроси его вежливо. Мне он не отказывает. Так, Грут, покажи, как ты умеешь. Впечатляющий фокус. Что ни говори. Я есть Грут. Фу, и тут паразиты. Они повсюду. Фу, прямо у тебя под носом. Эй, Дракс, с чего ты так влюбился в эту леди Хеллбендер? Я не люблю леди Хеллбендер. Да, где твоя фирменная... Это нелогично, леди не дружат с монстрами. Нам надо перебраться на ту сторону. Как-то. Такие были махины. Теперь просто лом. Я есть Грут. Да, мне жаль. Я есть Грут. Да, Грут сможет дотянуться. Надо лишь найти какую-нибудь опору. Глянь, нет ли на той стороне какой-нибудь балки? Я слышу, как работает твой визор. Смотри, не жульничай, Квилл. Как ты можешь слышать?